Я опять гувнолин. Ребят, давно не видели моего лица, понимаю. Я все такая же уродинка, не переживайте, пожалуйста. Вот, ничего красивого не прибавилось, да? Возможно, стало только хуже, но это я не могу объективно оценивать ваш визуал, да? Потому что я – это я, и мне кажется, что, возможно, хуже уже быть не может. Но вы всегда можете написать мне о том, что съехал нос, бровь провалилась, синяки под глазами, там, не знаю, что еще. Я разрешаю вам все, вы же знаете. Мне похуй. Люблю. И мои все новопришедшие товарищи-подписчики спрашивают меня: Алексей, как вы справляетесь с хейтом? Ребят, у меня нет хейтеров, блядь. Знаете почему? Я вам объясняю. Я не шучу, я просто говорю, как есть, блядь. Все то, что меня могли захейтить, обосрать и выебать, блядь, я уже давно сказал нахуй. Да, у меня конская ебала, да, у меня одна бровь выше другой, да, у меня легла в жопу, вторая в Европу, блядь. Да, у меня кривой нос, нахуй. Ну да, такое бывает, ёпта мать. И что? И что? Мне похуй. Дай Дима на фотографию, блядь. И что? Я так хочу, я так себя вижу. Да мне похуй. И все. Поймите для себя, блядь, что вы стремитесь, те, кто начинает что-то делать, на какой-то путь Олимпа человеческой славы. Там существуют разные люди. Богатые, средние, бедные, неважно. И у всех свой каждый взгляд. Потому что каждый человек – это индивид. Вас не будут любить, блядь. Вас будут любить либо ненавидеть, либо среднее. Все. И же самое характерное – люди, куча людей, начинающих, мне пишет директор о том, что «Алексей, скажите, как вы сделали так?» Ребята, я никак не делаю. Главный секрет в том, чтобы любого своего оппонента уебать – тем, что вы скажете об этом заранее, понимаете? Как ситуация с говном, которая у меня была на вокзале. Она могла воспринята быть по-разному, но я рассказал о ней первой. И это восприняли как шутку, а не как уничижение личного достоинства. Хотя это могли развернуть именно в таком формате, понимаете? Не нужно говорить, если вы бухаете, говорите, я бухаю. Не нужно без конца, я не пью, не курю, блядь, жопу не даю, понимаете? Блядь. Люди не дебилы, они все это поймут и всегда вас запиздячат за ваш базар и будут подтаскивать за него, блядь, всю нахуй вашу жизнь, блядь. Ложечки нашлись, а остаточек остался. Будьте собой, не парьтесь, все, пизду.